Так, сьогодні у мене перший буде тауганг, як підводне погруження в морі. Буду пробувати вон там, в тому квадраті. Ну, в общем, отнырялся я классно. В двух словах попробую рассказать. Сильно жарко, конечно, но это все нормально, привычное дело. Нырнул, как всегда, с маской проблема была. У меня вообще с самого начала с масками проблема основная. Поменялась с инструктором и масками. Все пошло, все хорошо. Отнырялся. Только из-за этих проблем больше воздуха из расходов пришлось раньше выходить. Конечно, классно. Совсем другие впечатления в море. Груза трошки больше надо. Вода теплая, вообще холодных слоев даже не чувствую. Ну, мы всего на 10 метров ныряли. В общем, как-то так.
Щедрое погружение сделал на понедельник через 3 дня. Через 2 дня, правильно сказать, сегодня пятница. Ну а так, дуже понравилось, дуже классно. Итак, сегодня у меня второе погружение. После него расскажу по ценам и так далее. И попробуем, может, какие-то рыбки будет новые поснимать.
Хотів розказати по цінам. Вот, кстати, 13 метров я сегодня нырял и 45 минут. 12-литровая была у меня фляшица, как она, банка, не, баллон, вот. Что я хотел сказать по ценам. Вот, мне чек дали за 2 дня. Короче, за 2 дня я дал 110 евро. Самый первый чек, дайв, стоит 300 в кунах цены. 300 кун, это около 50 евро, десь так, около 50, плюс 155 в день, тут их два было, аренда костюма там и так далее. Вторым мне сделали просто уже не чек, то есть я не делал никакие там упражнения, просто экскурсия своего рода. Там паренек сегодня был, тоже первый день работал с Питера. И вот я, получается, с инструктором и с вот этим пареньком. Прикольно, дуже так интересно поплавали, так интересно пообщались. Хороший такий день, дуже понравился. В общем, что я хотел сказать. Тут я неправильно написал, 27 евро стоит, если с берега поплавать там с инструктором. Если со своим костюмом, только они дают баллон с воздухом. И будет стоить 27 евро до пустого баллона. Ну, то есть здесь 40-45 минут, 50 примерно так. С лодки 38 евро. С лодки, конечно, интереснее, но там надо минимум 50 таугангов, 50 ныряний, погружений. У меня это был 4-й сейчас всего, так что мне пока до этого далеко. Ну, в общем, веду я свой логбух, то есть записную книжку такую, вот примерно она так выглядит, сколько... Глубина максимально, потом баллон, вместимость, сколько я использовал, во сколько нырял, сколько по времени было и так далее. Есть еще вот такие, наш ферайновский, я два решил вести. Так вот, как-то вот так вот. В общем, на этом все. Кому интересно, можете подписываться, дивиться дальше, следить за моими сторисами в Фейсбуке, в Инстаграме. Пожалуйста. До связи.